играя на джойстике, поэтому видимых кнопок на экране нету. Сохраняюсь по своему усмотрению, пытаюсь обходиться вообще без них. Надо понимать, что игра старая. Если персонаж умрет, то игра начнется с самого начала. Начало не уровня, а вообще с самого начала. Дорогие друзья и гости моего канала, всем привет! Сегодня продолжаем проходить Serious Sam Advance. Это, по-моему, уже 4-я серия, я не помню. Вход в пирамиду. Заходим. Это предпоследний этап, что ли? Видимо, да. Пока что нового оружия мне не дают. Пока дают все как было. Патрончики, всякое такое. А это что за зелененький? Это что такое? От пулемета или от чего? От Томмигана патрончики серые, если что. Они как серый кружочек. А справа снизу, прямо над патронами, вы увидите, вот как выглядит моделька патронов для Томмигана. Кто у нас там? Ой-ой-ой. А почему я не хожу? Почему я не хожу? А, потому что меня толкали сзади. Вот почему я стоял. Хорошо, но отстреливать этих балбесов легко, особенно с Томмигана. Все равно мне кто-то толкает. Да, это бык толкает, поэтому я как будто не иду. Это все из-за быка. Блять, как неудобно, ё-моё. Меня так все побили. Ага, так, броня, ой-ой-ой. Кто заспавнился, я слышал это. Да кто стреляет? А, сзади. Так, по ним, ага. Дробовик, ну давай дробовик, на. А что это за зелененькие, я не пойму, что это за зелененькие патроны? Это от чего? У меня такого оружия еще нету. Мне не давали такого оружия. Опа, на стрельбище с дробовиком, ну давайте. А, это... Я думал, это патроны. А это скоробеи. Ну понятно, сейчас опять впитаю дамаг, да? Ну понятно. Ну понятно, впитываю. Стою, впитываю. То есть я тут должен был оказаться. Опять обманули. Я такой наивный. Я вижу патроны. О, патроны. Нет, это скоробеи. Кто-то появился, я слышал. Так. Где? Кто? Я не... О. Здравствуйте, блин. Ага. Так, развернуться, бамс. Так, как бы в них попасть, вот так, на. Все. И вот сюда посередине. Давай, заходи. Ты не зайдешь? Надо искать, значит, что-то, что откроет. Ха. Держи, не жалко. Так, я слышал, то есть открытие двери, пойдем искать, где открылась дверь. Ой, патроны, ай-яй-яй. Кефтами. Кстати, повод как раз таки взять этот ракетницу. О, пулемет! У меня был пулемет. И все это время был пулемет, я им не пользовался. Я-то думаю, что ж так сложно, а мне пулемет не давали. Опа. Еще одна бойня? Дэм. Тут даже патронов насыпят. Но я жду врагов. Хорошо, тут по этот случай лучше взять что-то такое универсальное. Например, ну револьвер так револьвер. Вот дробовик, прекрасная вещь. Бамс. Нет. Там еще один есть, да? Я вижу там за скорпионом еще один. Ну, вроде попал, вроде не попал. Даже не знаю. Так, беру броню. Опа. Бабамс. Бамс, легко, вот дробовичок. Так, опа, камикадзе, задели, все, так, разворачиваемся. Теперь с той стороны, по-моему, я слышал быков, нет? Или нет, по-моему, да, по-моему, я не знаю. Хорошо, тут активируем Томмиган, ага, давай. С пулемета, кстати, не так приятно стрелять, как с Томмигана, на удивление. Так, кто еще, ага, вижу. Ну, прикольно, но он не ощущается, как будто он мощнее. Понимаете, в чем прикол был Томмигана? Ты именно чувствуешь, что он сильнее. Ты чувствуешь, что он прям мощью веет. А миниган просто, типа, ну, как ощущение, как тот же Томмиган. Все, конец уровня, подбираем. Завершено, ура! Чтобы выбирал из двух, наверное, Томмиган, он пусть и слабее, но он гораздо приятнее стреляется. Жри, свинец! Я не дочитал, уж извините. Дорогие друзья, спасибо, что смотрели. На этом все. Увидимся в следующей серии. Спасибо за ваш просмотр.